Павел Борщевский, друзья мои. Самое интересное, что такие люди не часто вообще встречаются на таких мероприятиях, и тем более связаны с отцовством. Вот вообще, если так в целом подойти к этому вопросу, вы счастливы получить такую премию, или это как бы так чисто номинально тусовочное? Ну, это тусовочное, конечно, потому что не надо, знаете, самое последнее дело – это воспринимать такие премии всерьез. Вот. Ну, это часть нашей жизни такая, знаете, легкое развлечение с иронией в отношении себя в первую очередь и всего происходящего во вторую очередь. Поэтому здесь как бы это не серьезно. Да, ну вот, а самое смешное, это, мне кажется, номинации, да, такие притянутые красиво за уши, мне очень понравилось, Самое смешное было не это. Самое смешное было в сервировке стола. Значит, стояла водочная рюмка, рядом бокал для воды и бокал для вина. При этом на столе был только коньяк, соответственно, ну и вода. Соответственно, водочная рюмка была без водки, винные бокалы были без вина, а коньяк был без коньячного бокала. Вот это было самое смешное. Да, теперь правильный вопрос, правильный ответ. Да? Почему? Почему? Да, да. Спонсоры не соответствовали в сервировке стола. Может быть, спонсорами были матери все-таки? Наверное, да. Отцы даже быть не пьющие. Да, в таком случае, как минимум, чтобы нормальное поколение росло, надо как минимум хотя бы его, да, как говорится, загрузить в материализацию. О, как здорово сегодня. Ну, у вас очень прекрасная компания была сегодня. Одни известные, блестящие политики, люди, артисты, музыканты, композиторы. Ну, всегда... Вообще идея это хорошая, и Миша Турецкий молодец. Знаете, вот скажу банальность, талантливый человек, талантливый во всем. То, что он блестящий хормейстер и хороший предприниматель, бизнесмен, это очевидно. Но вот выяснилось, что он еще и хороший организатор таких вот, скажем так, светско-иронических мероприятий. Да, это безусловно. Тем более, видимо, большой мужской коллектив навевал мысли именно об этом. Да. Спасибо вам большое. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго.